Я вот помню, однажды в Германии был, в Берлине. Мы там в кафешку зашли с братками, сосиску попробовали. Ёперес, это лучшая, самая вкусная сосиска в моей жизни была. Свиная. Мне вот интересно стало, а если тебя на шашлык пустить, ты вкусный будешь? Вот и я не знаю. Ну ничего, ничего, ты на вот эту морковку покушай, покушай. Вот чуть позже мы узнаем, вкусный ты или нет. Чуть позже, когда мне надоешь. Поэтому лучше не надоедай, вот. Где там вот эта якотяжопичная? Я нашла выход наконец-то. Я думала, ты меня закопал тут специально. Фу, там ничего нет. Ни одного изумруда не нашла! Ну вообще ни одного. Ну все, у меня уже и факелы закончились. Уже там темно, я еле как выход нашла обратно. Ну я тебя Пойдем отправлял. домой. Я за изумрудами тебя отправлял? Отправлял. Если тебе в предыдущей серии не понравилось торговать с жителями, чтобы вернуть мои пропавшие изумруды, которые ты отдала подписчикам, вот. Иди тогда в шахту и копай их там. И не возвращайся, пока не накопаешь. Ну, что мне хочется сказать, опять туда идти, что ли? Да, опять туда, в темноту и без изумрудов не возвращайся. Ты что там со свинюхой ходишь, да? Ну, как свинюхой, с моим будущим ужином, да. Иди, так копай у изумруды, давай! Как бы, вы... Не, но она прокакала все мои изумруды, которые я копил на книге починки. Ну, вот, надо отрабатывать. Медика она не напродавала в предыдущей серии, значит, будет тогда в шахте вот это... И изумрудики искать. Вот найдет хотя бы там 2-3 изумрудика. Вот вернется, вот даст мне изумрудики. Вот тогда ее и освобожу из... Рабство, можно. Ну, хоть это не рабство, это как бы взаимная помощь, вот. Вот, так, пошли, пошли, шашлычочек, вот это. Пырики-пупырики, Кать! У меня проблемы. Да у меня тоже, эта свинья меня уже достала. Давай хотя бы ты мое одиночество скрасишь, то только изумрудами. Мне проблемки, я задыхаюсь. Тут я себе прокопала водичку, она тут на меня льется, и все, у меня кислорода не хватает. Помоги мне. Скорее! Кать! Ты где? Помоги! Так ты где застряла? Да ты тут. Вот, я тебя вижу, я тебя вижу! Убирайся, 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 убирайся! Давай, быстро, быстро, сюда, плыви, давай, 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 давай! Все, кислорода не хватает. Все, все, хорошо, кислород есть. Главное, чтобы изумруды были. Вот когда изумруды будут, тогда все будет. Пошли, свинтус. Давай, давай, давай. Че, нашла изумруды? Я ж чуть не задохнулась, не захлебнулась. Нету никаких изумрудов, все. Ну, если сегодня без изумрудов, значит я хотя бы... Вот это... Сосиску должен вкусную попробовать, берлинскую. Олег! Какой Олег? Я ему даже имя не давал! Я дала зато, Олег. Ну на, кусочек Олега. Давай. Ладно. Значит, опять минус изумруды. Угу. Ну и что теперь поделать? Ну ничего, потом в следующий раз схожу, в следующее воскресенье, там может быть пару раз. Ну ничего, ничего, хорошо. Если сегодня изумрудов нет, значит, у нас, Кать, время для выполнения наших планов на сегодняшнюю серию, вот. Чего опять? Сегодня мы много всего интересного будем делать. Пошли, пошли, пошли. Не-не, я в шахту пойду, знаешь, изумрудики покопаю. Кать! Там, вернись, на секунду. Там вот это, новое обновление Майнкрафта вышло! Да ты угораешь! Нет! Не-не-не! У нас много дел на эту серию, пошли, Кать! Ну какое обновление? Опять в ад, что ли, тащиться? Да что там можно делать уже, а? Ну? Ну так ты пошли со мной в наш город, я тебе там все покажу, а? Нет, я не пойду, я уверена, что это ад. Я лучше здесь под водой сейчас задохнусь, очнусь дома и с тобой никуда не пойду. А тем более в ад. Я... Выплывай наружу, я тебе обещаю то, что никакого ада... Не будет никакого ада. Кать! Что? Не будет никакого ада, пошли! А что будет-то тогда, я не могу понять. В Майнкрафте есть много чего интересного, помимо ада. Я тебе обещаю то, что в ближайшей серии никакого ада не будет. Ну, если, конечно, разработчики еще одно новое обновление не выпустят. А там мы уже посмотрим. Все, давай вот это, не выеживайся, руки в ноги и пошли. Давай. Аж небо заплакало из-за тебя. Покормить попугаев печенюхой. Ну это уже баян, мы это уже проходили, все это уже давно знают. Фигня. Не, так. Фигня, фигня, давай дальше, что там подписчики еще пишут? Пишут еще, чтобы мы... Чего? Отправились на мой личный остров и там зарубили овцу пополам. Чего? Какую овцу? Давай дальше, фигня какая-то.
Подружиться с криперами, а? Так мы уже дружились. Ну, криперы как бы изначально наши братки, с ними даже не надо дружиться. Давай дальше, что-то нормальное. Найти бабу Ярику. Бабу Ярику? Так у нас даже Ярика нет. Ярик свободный молодой человек, дельфин, он плавает в океане. Зачем ему баба? Вот именно, кто это предложил? Мы бы Ярика сначала нашли бы, а потом уже бабу. А потом бабу Ярику. Не, как бы мы читаем комментарии подписчиков под каждой серией, Кать, читаем же. Так я сейчас прямо этим и занимаюсь. Ну давай читай дальше. Вот, что-то скрафтить мишень в Майнкрафте. Так такого же даже нету тут. Нет мишени в Майнкрафте? Ну? Ну, ее не было в Майнкрафте. Кстати, вот это хорошая идея, да. Так, мишени-то не было в Майнкрафте, как раз таки до нового обновления Майнкрафт. Именно про мишень я тебе только что и говорил. Короче, я тебе предлагаю пойти переспать. Вот, пока ночь, дождь не на улице. А вот с утра забабахать нам по арбалету с крутыми зачарованиями. То есть мы будем стрелять? Мы будем стрелять, пошли. А, я люблю стрелять, я вот всегда стреляла. Я с 5 класса стреляю вообще-то. Вот, да, я прям в жизни стреляю. Я молодец, я стрелялкин. И чё ты передо мной раздеваешься? Да жарко чё-то. А я вот на самом деле стрелять пошла аж с 5 класса. Я пришла такая, говорю, хочу стрелять, возьмите меня. Он такой, возьму. Ну, тренер мой такой будущий. И вот дал мне винтовку. Винтовка, правда, в 2 раза больше меня была и тяжелее. Но я сначала с этим, с подставочкой стреляла. Потом брала пульки, значит, покупала. Сама себе пульки стреляла. Иногда даже попадала. А потом были мои первые соревнования в жизни в другой школе. Кстати, я потом в эту школу перевелась. Но это не потому, что мы там стреляли. Вот, что еще у меня было? Потом я подросла чуть-чуть. Я палочку-то эту подставочку убрала, начала без нее стрелять. Но все это было из винтовки, это уже был детский лепет какой-то, мне было неинтересно. А потом в другой школе другой тренер говорит, да слышал, у тебя потанцевал, потанциал. Я говорю, да. Она говорит, давай ты будешь стрелять из огнестрела. Я такой, из огнестрела? Что? Она такая, да-да, давай. И все, она мне дала Иж-46. А может хватит или нет? Тебе неинтересно? Да мне интересно, ты только что минуты 3 бубнела всем на ухо то, что ты стрелять умеешь. Тебе тройной выстрел или прорезающую стрелу 4? 4. 4! Сона! Ёханый бабай заколебала. Ты мне даже ничего не дала объяснить, что мы сегодня будем делать. Мы 100 какая-то там 3-я или 4-я серия выживания, мы только сейчас решили скрафтить себе арбалеты и скрафтить себе стрелы фейерверки. Я тебе сейчас, мать, покажу, как тройными стрелами-фейерверками все небо взрывать. Чего? Пойдем скорее. Сюда! Подойди. Я подготовился ко всему. Я перед серией немножко пороха надыбал, немножко бумаги надыбал, немножко розового красителя и немножко фиолетового красителя. И здесь у нас еще светопыль. Мы сейчас с тобой... Почему розовый и фиолетовый краситель? Сейчас я тебе покажу, почему розовый и фиолетовый. Только, пожалуйста, не закричи от счастья, когда увидишь вот это, хорошо? Постараюсь. Порох. Добавляем фиолетовый, добавляем розовый, добавляем светокаменную вот эту пыль. И у нас получается вот это вот самое. Делаем 1, 2, 3, 4, вот примерно как-то вот так. Ставим сюда вот эту звезду, добавляем порошочки, добавляем бумажечку. И получается у нас вот это вот. Катюха! А чё он не ломает? Чё он не стреляет? Правой кнопкой натянуть тетиву надо! У меня не натягивается тетива. Потому что у тебя стрел нет. А, ну да. Так, пошли за мной, перед Чебураком, перед бабой Чебурака. Подойди вот сюда и посмотри в небо, котёк. Угу, посмотрю. Епа! Что-то полетело, что-то... Розово-фиолетовый фейерверк сейчас видел. Красотища-то какая, но только с фейерверком и только с арбалетом можно учудить подобное. Фейерверк берем в левую руку, а арбалет берем в правую руку. И посмотри в небо сейчас, Катюх. Сейчас я натягиваю тетиву с фейерверком. Опа! Вот так и смотри. Ля какой! То есть с одного фейерверка я сразу 3 фейерверка со стрелами могу запустить. Так это все теперь на каждую днюху, на каждую тусовку в деревне надо будет пулять. Пулять в небо с арбалета, примерно вот так. А дай мне попробовать, пожалуйста. А у меня же есть.
У тебя да нет, у тебя вот это, у тебя арбалет совершенно другое зачарен, у тебя арбалет для другого предназначен. А для чего для другого, я тебе сейчас, Катюха, покажу. Только... Ну вот, как обычно, у тебя лучший арбалет. Сейчас ты увидишь, на что у тебя арбалет зачарен. И потом сама удивишься. Так, пошли за мной, только надо ночи дождаться. Ну и что это такое? Зачем это нужно? Сейчас я тебе, Кать, все объясню. Ты главное вот это... Отвлекай, Игорь! Отвлекай, Игорь, чтобы они меня не били! Игорь, отвлекай, давай! Игорьки, Игорьки, на меня, на меня! Слушай, на Катю иди, на Катю, не на меня! Я тут строю машину для арбалета. Сейчас все сами увидят. Так, надо 5 мест вроде. Нормально, сейчас ставим сюда. Заблудилась, у меня голова закружилась уже. Все, Катюх, короче, сейчас каждого Игорька надо распределить по одной комнате. Понимаешь, чтобы в каждой комнате было по одному Игорьку. Вот так. То есть это мишень? Ну как тебе сказать? Короче, внутрь Игоря. Все. Выходи, 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 давай, выходи, выходи. Да сосакать внутрь. Сосакать? Сосакать внутрь, давай, забеги. Так, давай, все, выбегаем. Все, да, ёханый ты, бабай, то не выталкивай ты его. Все, выходи, выбегай. Выбегаю. Выбегай. Выбегаю. О. Только их распределить надо. Кать, вытолкай как-то одного и Игорючечка туда, в соседнюю комнату. Да, во. И подожди. Они, блин, два брата-близнеца. Еще, подойди, подойди. Да. Еще подойди, подойди, да подойди ты, подойди тут, да под... Собак... Они вдвоем уходят! Кать, да одного только надо! В другую сторону пойди, в другую, налево пойди! Во, все, все! Так, две комнаты готовы, еще надо трех Игорей, поэтому, Кать, иди за Игорюнчиками, я пока вот этих поохраняю. Раз Игорюнчик, два Игорюнчик, три Игорюнчик, четыре и пять. Сейчас я тебе... И шесть! Не, пардон, вы лишние, нам только 5 Игорюнчиков надо. Сейчас тебе, Катя, покажу, зачем они нужны и зачем тебе нужно вот это зачарование на твоем арбалете. Смотри. Давай. Раз, два. Раз, два. Так, так, сейчас все будет, секунду, не удивляйся, что я делаю. Возьми арбалет в руку и подойди сюда, пожалуйста. Вот так, встань на мое место, вот сюда, вот. Натяни тетиву на арбалете. Но она не натягивается. Ладно, на стрелы натягивай тетиву на арбалете. Так. Вот, теперь натягивается. И попробуй прицелиться сразу во всех Игорей вместе. И на счет три я тебе скажу выстрелить в первого Игоря. Все понятно? Давай попробуем. Давай. Раз, два, три! Ну почти! На пятого чуть-чуть не хватило. Ты одним выстрелом 4 Игорей просто убила. Сейчас пятого убью. Ой. О! О! Вот. Молодец! А там мини-Игорь. Мини. Что-то я не понимаю, как работает арбалет. Я типа его натягиваю, а потом отпускаю, а потом... Вот он вот так. Вставлять попаду? О, нифига, как далеко полетело. Сейчас мы до сральника долетим. Тык. Чё, как тебе? Смотри, как далеко стреляю. А, видел? А вот сейчас будут настоящие мишени. Именно сейчас мы с тобой выясним, кто же из нас лучший стрелок. Я или Катя? У которой там какой-то там 10-й разряд мастера спорта по стрельбе. 11-й. Вообще-то. Чё, реально 11-й? Да шучу, такого даже не бывает. Ну ладно. Так, фонари взял, редстоун взял, дубовые заборчики взял. Не хватает сена, поэтому, Катюха, пошли за сеном. Надо где-то украсть 2 сена, и после этого я смогу скрасить. А, вот как раз-таки 2 сена. Воруем у себя же. Опа! Я думала, ты у лошадей сейчас воруешь, я на тебя надо. Не надо на меня орать. Так, и крафтим 2 мишени, которые делаются вот так. Кать, смотри, я тебе... А зачем 2? Можно было же 1 скрафтить. Да пофиг, да будущее будет. Ладно, реально, пофиг на будущее. Так, я тебе предлагаю стрелять с нашего корабля вот сюда. Вот здесь я поставлю мишень. Вот так. Вот так. Ого, ну разработчики, наверное, целый год потратили, чтобы такой блок создать. А давай ты умничать не будешь, хорошо? Хорошо. Так, сейчас я поставлю сюда... Редстоун фонари, они как раз таки будут определять, насколько мы точно попадем в центр мишени. Примерно это как-то вот так работает. Вот.
Сейчас я подсоединю сюда редстоунчик. Тоже он как-то работает, если я не ошибаюсь. Вот так. И проверочка. Сейчас я попадаю не в центр, вот сюда. Загорается 4 блока. А сейчас я попадаю в центр и... Загораются все блоки! Вот примерно так и работает мишень. И сейчас, Кать, мы с тобой будем выяснять, кто из нас попадет в центр, а кто лох. Все, скорее, давай, скорее. Я уже хочу. Ну давай тогда, ты первая, а я буду наблюдать за лампами. Куда же ты попадешь? Ты готова? Так, ну можно первый будет пробный, пожалуйста? Ладно, хорошо, давай первый пробный. Типа просто попробовать, потому что я даже понятия не имею, как это работает. Давай, да? Давай, стреляй! Сейчас, погоди, тихо. Тихо. Целюсь. Как бы в лошадь не попасть. Ой, вообще отстой, ну ладно. Да, мне кажется, я здесь выиграю, а не ты. Ну подожди, ну дай разобраться. Может так? О, нет, сильно. А может быть вот так? Ну... Я поняла, как это работает. Все, в принципе, можешь идти тоже стрелять, давай. Все, хорошо, тогда я сейчас протестирую. Мне с арбалета стрелять или с лука? Давай с арбалета, хорошо. Зачем мы арбалеты тогда крафтили, да? Давай. Опа, только фейерверки надо убрать, а то сейчас всех испугаю здесь лошадей. И... Я в это был! Я в осла попал, Кать! Ты его не убил, надеюсь? Не зафейерверчил? Так, давай я лучше из лука буду стрелять, хорошо? А то так реально можно всех поубивать, чертовой бабушки в нашем городе. Так. И... Па! Ну, прям, ну не очень попал, ну все хорошо. На арбалет! На. Все хорошо, давай тогда я первый, потом ты вторая. У каждого из нас есть по 2 попытки. Не смотри, куда я попаду. Давай. Ой, как круто. Первая попытка. Я попадаю примерно... Никуда. В задницу. Хорошо. Вторая попытка. Натягиваем тетиву, и я попадаю... О, осла! А, ты в сено попал, прикинь? А в это время осел встал на дыбы, и ты его попал. А так стрела попала в сено. Ну ты даешь. Хорошо, третья попытка. Все же по 3 попытки у нас будет. Хорошо, все, немножко ниже просто надо взять. Ты, у тебя-то были пробные вот эти выстрелы? У меня нет. И я попадаю... Прям в яблочко. Получил достижение в яблочко. У меня загорелись все лампы. Да ладно. Слушай... Иди ты, иди. Тебе не кажется вообще, что это плохая идея стрелять на фоне лошади? Да какая разница, пока что никто не умер, поэтому хорошо. Катя, у тебя 3 попытки, давай. Куда ты целился, скажи, пожалуйста? В мишень. Спасибо за совет. А тут... А ладно, сейчас все тихо. Все молчи, не мешай. Ну, слушай, вот до сюда было, вот. Вот до сюда! Неплохо! Еще 2 попытки давай! Кать, у тебя не хватает последней лампы! Вот до сюда было! И давай чуть-чуть выше возьми! Так, сейчас попробуем. Наверное, пере будет. У тебя все. Подожди, у тебя все лампы были! Но в яблочко ты не попала, потому что у меня было достижение, а у тебя нет. Ну-ка, если я хочу достижение, то я сделаю просто вот так. Эй, не даю достижения. Сейчас, подожди, мы вот так сделаем вообще. Отстой, все, я не играю в эту игру. Ты с метра даже не попала, Кать. Тихо, как ты вообще-то... Это читерство. Да чуть выше, да сантиметр выше возьми, попади уже. Кать, ты даже сантиметра не попадаешь в центр. Я не играю, это так нечестно, ну! Давай уже! Тихо! Ура! Все, отойди сейчас, тихо, подожди! Ну давай! Мне понравилось! Ой! Ты в осла попала, Кань! В яблочко! Так, ну сейчас я точно попаду, смотри. Так, сейчас. Ой. Чебурак. Ты что-то как-то вообще криво выстрелила, и ты точно не туда. Чебурак, возьми ее за задницу.
Не-не-не-не, Чебурак, я нечаянно. Да, Чебурак, молодой человек, ну все, все, ну, тихо. Ты маленький, ну хороший песик. Ну ты целься, когда стреляешь хотя бы, Кать. Да рука соскользнула с этого с арбалета. Ну все, тихо, дай мне пострелять, Чебурак. Вот смотри, сейчас попаду, смотри. Оп, натягиваем тетиву. Ой.